Прогресс Республики Молдова в процессе присоединения к Европейскому Союзу и тесное сотрудничество с Литвой стали темой обсуждения председателя парламента Игоря Гроссу в Вильнюсе с министром иностранных дел Литовской Республики Габриэлюсом Ландсбергисом. Собеседники также обсудили четвертое издание платформы поддержки Республики Молдова, помогающим нашей стране преодолеть многочисленные кризисы в 2022 году. Глава законодательного органа заверил министра иностранных дел Литвы, что все институты Республики Молдова вовлечены в процесс внедрения условий, сформулированных Европейской комиссией в контексте предоставления нашей стране статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. 60 молдавских партий получили право участвовать во всеобщих местных выборах, назначенных на 5 ноября 2023 года. Список был опубликован Центральной избирательной комиссией. Согласно избирательному законодательству, право выдвигать кандидатов на выборах имеют политические партии, зарегистрированные до назначения даты выборов.